Молитву «Песнь Пресвятой Богородицы» можно читать в любых случаях. Слова «Радуйся», «Господь с тобою», «Благословлена ты в женах» взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Деве Марии о рождении от нее по плоти Сына Божия. Слова «Благословлена ты в женах» означают, что Пресвятая Дева, как Матерь Божия, прославлена более всех других женщин. Слова «Благословен плод чрева твоего» взяты из приветствия праведной Елизаветы, когда Святая Дева Мария после Благовещения пожелала ее посетить. А в римском обряде песни Пресвятой Богородицы соответствует молитва «Аве Мария».